Легенды старой Праги о золотом кладе. В пражском еврейском городе есть синагога, которую называют Майзловой. Это великолепное здание построил как семейную синагогу коммерсант и банкир Мордехай бен Шмуэль Майзел, придворный еврей Рудольфа II. Богатство и влияние этого человека были настолько велики, что о нем стали рассказывать легенды. Когда-то давно, ночью, главный раввин еврейского города возвращался из поездки в Прагу и увидел, что в лесу, через который он как раз проезжал, что-то сверкает. Он приказал остановить карету и пошел посмотреть. Там он увидел большую гору золотых монет. Два гнома складывали их в мешки. Раввин подошел к гномам, вежливо поздоровался и спросил, кому принадлежат эти деньги. «Не тебе», — ответили ему. «Но ты узнаешь это, когда твоя дочь выйдет замуж». Раввину было мало этого ответа, однако ему удалось уговорить гномов поменять три его золотые монеты на три монеты из этого клада. Приехав домой, он взял одну из монет, завернул ее в кусок рваной тряпочки и положил на землю перед своим домом. Весь день ничего не происходило, а вечером пришел маленький чумазый мальчуган, поднял тряпочку и убежал с ней. То же самое повторилось и во второй день. На третий день раввин поймал мальчика за руку и позвал к себе домой. Там мальчик рассказал ему, что три ночи ему снился один и тот же сон, побуждавший его пойти к дому раввина и поднять с земли грязную тряпочку. Раввин понял, что нашел того, кому будет принадлежать клад. Он стал заботиться о мальчике по имени Мордехай Майзел и дал ему достойное образование. Вскоре Мордехай превратился в красивого юношу. И неудивительно, что на него обратила внимание дочь раввина. Раввин не препятствовал их любви, потому что помнил о предсказании гномов. Вскоре сыграли свадьбу. Однако Мордехай по-прежнему был беден, как церковная мышь. И раввин уже начал терять терпение. Он сердился на Мордехая, который не понимал причины его раздражительности. Поэтому вместе с женой переселился в домик своих родителей и унаследовал их скобяную лавку. Он был способным торговцем, умел обращаться с деньгами, так что вскоре стал уважаемым человеком. Однажды в его магазинчик вошел селянин и выбрал себе некоторые инструменты. У него не было денег, и он оставил Мордехаю в залог большой тяжелый сундук, пообещав его вскоре выкупить. Но шли месяцы, а селянин так и не появлялся. Когда прошло 2 года, Мордехай открыл сундук. Он был полон золотых монет. Мордехай рассказал все своему тестю, а тот поведал ему свою историю. Мордехай и с большими деньгами вел хозяйство разумно. На эти деньги он построил новую синагогу и перестроил весь еврейский город. Со временем он даже стал его главным раввином. До ныне стоит его синагога в пражском Йозефове. Когда вы будете в Праге, не забудьте отправиться по следам Мордехая Майзела. Перевод Галины Пунтосовой читала Юлия Романова-Кутьина. Thank you.